Здравствуйте, Максим. Это видео про ваш хвостовичок КПН с одуванчиком Лушникова. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Очень аккуратно вставляете и вынимаете КПН с одуванчиком в камеру из камеры. Посмотрите на видеоинструкцию, как это правильно сделать, чтобы не сломать одуванчик. Комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на таком типе объективов я вам выслал в личном сообщении. Вот он, смотрите, это ваш КПН, одуванчик. То есть сначала вставляете КПН в камеру, потом ориентируете ваш объектив, чтобы шкала расстояние было вертикально сверху, и закрепляете его на этом адаптере. Сейчас я его упакую и отправлю по адресу, где вам его и встретят. Спасибо за внимание.